И всем привет, ребята! С вами я, Захарик Сухарик. И сегодня мы проиграем. Поиграем в GTA San Andreas. Да, сегодня мы поиграем в GTA San Andreas. Я думаю, многие не ожидали мои подписчики, но наконец-то вот это случилось. Так, ща, братышки-малышки, погодите. Мне просто вообще, чтобы вы понимали, абсолютно неудобно. Потому что у меня есть подставка огромная, и руки приходится максимально удлинять, так сказать. Вот. Значит, объясню, что мы сегодня вообще будем делать. Сегодня мы будем просто кататься, угорать, веселиться, вообще делать вообще что угодно. Не, я крутой, конечно, водила. Так что поэтому обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вы не пожалеете. А сейчас мы просто пока покатаемся. Меня он уже бандиты стреляют, офигенно. Я, короче, здесь играю, честно, с чит-кодами. То есть я как раз пару чит-кодиков веду. Сейчас погодь, сейчас остановлюсь. Блин, мне так неудобно водить. Вы бы знали. Сейчас. Все. Так, достаточно? Я думаю, будет. Поэтому погнали. Так. Ну ты тупой, что ли? Куда заворачиваешь? Вы же тачки едут. Короче, что мы, значит, сегодня будем, еще раз говорю, делать. Будем ездить, угорать максимально. Попробуем убежать от полицейских. Попробуем там чем-нибудь позвать, поубивать. Убивать там со снайперки. И так далее, далее, далее. Короче, сейчас мы просто немножечко поездим, да? Катаемся, посмотрите мой навык водителя, и, не, ну они реально тупые, и будем что-нибудь очередное делать. Да боже, вот кого не бесят фонари? Мне кажется, они абсолютно всех бесят. И вы не думайте, что я такой нубас, просто мне максимально... Абсолютно неудобно играть. Когда у меня руки прям полностью вытянуты. Так сказать, да? У меня, еще раз говорю, поставка огромнейшая просто. Так, let's go. И если кто-то играет в GTA San Andreas, напишите, сколько вы играете в комментах. Я буду отвечать. Это у нас будет на сегодняшний день вопросик дня. Блин, мне так реально эти фонари бесят, пипец просто. Так. Стойте, а здесь же... Да, это то. Или не то? А, да, то. Блин, уже звезда одна есть. Ну, пайвки я от этой звезды сейчас уеду. Так. И, к сожалению, вы звук игры не слышите. Я постараюсь как-нибудь это сделать, хотя я не знаю, как я это абсолютно сделаю. Потому что это сделать, по сути, нереально. Но я, конечно, постараюсь что-нибудь придумать. Я еще играю просто еще и в наушниках. Вот, так что да. И у меня появилось... Помните, я там говорил, поугараем. Вот сейчас будем угорать. Короче, берем пистик. И простреливаем колеса. Оп. Оп. И теперь, братцы, по песочку. Если еще, и хочу сказать, если у вас немножко камера мотается, это ничего, это у меня просто такая поставочка. Ой-ой-ой, пацаны, ой-ой, пошло. Братцы, салам, брат.
На. Пострелял. И уехал без палева, типа. Оп, трифтом. Не, она все, она вообще не едет абсолютно. Ой, ё-моё, ХГшечка. Ой, вообще нереально пролить, пацаны. Просто нереально. А чё у меня, погодите, а чё у меня в этом гараже? Я вообще просто не помню. Я в GTA уже не заходил пипец давно, кстати. Вам пофиг. Серьезно? Я думаю, у меня что-нибудь покруче будет. Окей. Для веселья кое-что сейчас добавим. Вы думаете, ничего, типа, ничего не изменилось. Та-дам! Полетаем, короче, на вертике. Полетаем, так сказать. Сейчас. Вот так. Let's go. Я, правда, вообще нифига что не умею на нем летать. Не, ну, опыт у меня есть. Блин, я еще офигенное место, конечно, выбрал, пипец. Чтобы взлетать, да? Прям под, над пальнями, да? Ну что ты, взлетай. Вот почему всегда... Вот скажите, у вас всегда вот... когда вот вы что-то, когда один дома что-то делаете крутое, у вас получается. А когда потом приходит там кто-нибудь, и вы хотите это показать, у вас это вообще не получается. Вот у меня сейчас такая же херня. А, погнали, короче, с это. С парашюта попрыгаем. С парашюта попрыгаем. Так, оп, не направо, братцы. Не направо. Сори. Не направо. Опа, найс. Блин, попробуем на вертушке на это здание приземлиться. Если не сможем, по лестнице поднимемся. Просто для экшена сделаем на вертушке это. Так, сейчас нужно взлетать, потому что здание это очень высокое. Ну, самое высокое GTA San Andreas. Там есть парашют, мы будем сейчас прыгать. Возможно, даже несколько раз. Если получится. Ну, хотя у меня 100% получится. Если, конечно, буду все нормально делать. Воу-воу-воу-воу. Все, пацаны. Ема, у меня аж с первого раза получилось. Я прям в шоке. Я прям в полном шоке, что у меня с первого раза все получилось. Ну шо, братцы, вы этого ждали, скажите? Вы этого ждали? Фух. Let's go! Оп. Ш. Полетели, братишки, полетели, полетели. Полетели, братишки, летим, летим, летим. Сейчас на конце парашютик. Опа, шо, молодой. И приземлились с кайфом. Так, окей. Блин, я правда не помню чит-код на танк, но что-то припомниваю, да? И сейчас попробую это сделать. Так, с первого раза не получилось. Окей. С второго. Не получилось. Окей. С третьего. О, с третьего раз получилось, пацаны. И все, я буквально больше из годов не знаю, кроме как на оружие, на танк и получается на что еще? И на вертик. Больше я нифига не знаю чит-кодов. Я знаю на парашют маленечко, но я его сейчас не сделаю, я вообще еще не помню. Я его делал последний раз, не знаю, давно. Неделю назад я его делал последний раз. И помните, я говорил то, что мы погуляем. Ой, погоняем. Погоняем от копов. Вот этот момент настал. И только он не просто там на машинке, а на танке. О, погнали сюда. А, нет, там места ни хера нет. Лимузин нам не нужен. Пока. Окей, let's go. А, нет, так не работает с танком. Ну, окей.
Да куда ты лезешь, боже? Думаешь, ты на своей пипипюльке меня остановишь? Ты угораешь. А у меня танк горит. А он взорвется сейчас или нет? Я про... А, не, все, потушился, имба. Блин, ну у меня он уже покоцанный весь. Мне уже все, сейчас ГГ-шка настанет. Так. Let's go. Опа. Да ты снайпер. Он за мной там копы гонится. Так. Да, еще хочу в комментариях услышать отзывы, как я это... Ну, нормально снял про GTA-шку или херово? Я разговаривал, бан давать не буду за то, что вы будете говорить херово. Я просто хочу слышать, насколько я это хорошо буду делать. Если то, в следующий раз все по-нормальному сделаю. Ну, хотя не менее постараюсь это сделать. Хотя у меня получится абсолютно так же. Ну, наверное. Может быть, получше. Ой-ой, ой, вырулил, ну я и хорош. Ой, в город выезжаю, ну все, мне еще в городе ГГ. Ой, у меня танк дымится. Ну все. ГГМ, мне. Не знаю, куда мне ехать, мне и так уже ГГ-щика. У меня же 2 звезды. Мне либо сейчас нужно куда-нибудь угонять. Либо... Я не знаю, либо выходить из танка, садиться в тачку и ехать на перекраску. Это все 2 варианта. Либо спаунить вертолет. От вертолета можно, в принципе, уйти от копов. Оп, дать сюда по брику. На дрифте. Танк с дрифтом, офигенно. Бля, у меня все уже танк, все ему сейчас. Просто он уже дымится по максималке. Да боже мой, ну ты вот лысый или как? Ему еще через. Ему еще 3 выстрела, мне кажется, и все. И ГГ ему. Выходим, 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 выходим. Быстрее. Опа. Берем тачку, пацаны. Тачку быстрее, быстрее. Пока не. Пока копы ничего не понимают, их пока нету. Берем тачки. Оп. Оп. Пацаны, да я гений, я угнал. Представьте, я 3 звезды угнал. Нормально. Не, ну правда, 3 звезды это еще херово. Я помню, угонял 5 звезд. Вот. 3 это еще фигня, в принципе. А, так, что еще поделаем? Давайте сейчас, короче. Короче, сейчас исполню вертушку. Заберемся на какое-нибудь здание. Блин, я чит-код забыл. Здание. И, короче. Заберемся на крышу здания какого-нибудь небольшого, да? И будем снайперить. Поснайперим, и что-нибудь еще поделаем, и все, короче. Let's go. И посмотрим, будет ли меня искать полиция, если я буду, типа, незаметно стрелять. Так, let's go, посмотрим. Продумана здесь физика или нет. Вот, в общем, проверяем физику GTA San Andreas. Можно так сказать. О, погнали вот на этот домик. Он вот... Идеальной высоты, я бы сказал. Просто идеальная высота дома. Оп, 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 оп. Ой, идеально. Нет! Фух. Я обосрался, реально. Так, окей. Сколько у меня на снайперке? 42? Ну, сойдет. Ой. Блин, пацаны, у меня вся нога затекла. Я ее не чувствую. Ой-ой-ой. Ой. Ой. Ой, ё-моё. Так, ну ладно, let's go, короче. По одному еще будем грохать. О, там еще есть. Нет! Да нет!
О, магад. Я не могу. Не. Не заведется. Блин. Так. Опа. Let's go. Хочу вон на то здание поехали. Которое прям по мне, по прямой прям, которое. Let's go. А, не, вот давайте вот на это, вот на это. Во, самое, ой-ой-ой. Идеальное, просто идеальный домик. Опа. Ой-ой-ой. Прям посерединке домика приземлился. Просто я мастер. Я реально уже... Да что это, боже мой? Да... Ой, братишки! Братышки, все хорошо, не переживайте. Это у меня просто телефон свист. Я же телефон записываю, если кто не знал. Ну все, у меня он опять начинает с этого. Вот и пришел конец нашему ролику, братцы. Блин. Не, мне, короче, с кровати вставать нельзя, а то у меня телефон грохнется, короче. Я немножечко, типа, знаете, типа, подпрыгнул, да? Ну, чтобы, ну, на другую позу, типа, переложиться и бас. И все, короче, у меня телефон грохнется. Да чё? И где людишки? О, вон там есть. И где кто? О, а нет, фонарь. Ты где они, боже? Чё, пониже, что ли, крышу будем спускаться, пацаны? Ну-ка, а я вот с этой не умру? Да там высота вообще небольшая была. Эх, пацаны, пацаны, мы квадратные штаны. Блин, чё бы такого еще придумать, а? Давайте просто, короче, снова опять погоняем. Да стой ты, да ты куда? Догонит. Нет. Сержей не догнал. Черепаха. Интересно, он слышит, как я кликаю? Мне кажется, да. И мне кажется, даже очень сильно. Let's go. Сейчас погоняем. Куда едешь, баран? Да ты баран, ну! Все, погнали просто по-пацански погоняем, да? Во-в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 о, е-е-е. Пацаны, все таки было задумано. Я просто профессионал, я знаю, все таки было задумано. Има. О, пацаны! Ой-ой-ой. Погнали на этой фигне покатаемся. Вообще небольшая штучка. Так, ща. О, погнали. Let's go. Ой-ой-ой. Пацаны, 100 километров в час. 200. 50. 200. 250. 300. 500. 1000. Все, пацаны, 1000 километров в час. Имба. Блин, такой медленный. Пипец. А чё там у нас? Ничего? А, блин. Не могли даже разработчики никакую пасхалку сделать. Хотя барушку здесь какую-нибудь добавили. Они даже ничего здесь не добавили. Вообще. Погоди, 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 погоди.
Напоследок, последнее, что я хочу сделать, это... погоди. У меня это будущее? А у меня есть спрей в этом разделе? Блин, нету, пацаны, нету, нету. Блин, я хотел вот эту херню вот разукрасить. Да ты что сразу стреляешь-то? Ну что я сделал-то? Ну, что вы какие все борзые-то? Не понимаю. Реально. Борзые слишком, наверное, стали уже. Я вам бошки переломаю. Одна звезда. Эма, там коп таком. Коп. Он с пистолетом. Да нет, да что ты делаешь? Все, пацаны, я обиделся. Я просто обиделся, короче. Короче, пацаны, вот на такой забавной ноте мы будем заканчивать этот видосик. Если вам понравился этот видос, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а с вами был я, Захарик Схарик. Всем пока-пока.